Всем привет! Сегодня мы открываем новый киндер-сюрприз «Маша и Медведь». Да, Ангелина все их уже хочет открыть. Это новая коллекция 2017 года. У нас три яйца. Вот с Мишкой, с Машей. И с Машей, и с Мишей. Вот яйцо. Тут еще какие-то баллы есть. Если отослать обертки, можно получить какие-то ценные призы. И еще два яйца. Маша и Медведь. Вот обычные какие-то. Ну, я сомневаюсь, что здесь будут классные игрушки. Мы откроем, посмотрим. Даем Ангелине игрушку. Надь, да, держи. И она все равно хочет открыть киндер. Вот розовое яйцо киндер-сюрприз Маша и Медведь. Здесь нарисован Мишка, нарисована Маша. Помогай папе открывать. Сейчас папа уже не знает, как открыть. Дочь, сейчас открой. Сейчас открой. Даже... что там будет. Да. Все, открываем. Да. Все, открываем. Быстренько, да. Шоколад. Нельзя. Шоколад, да. Можем им дать капсулу. Открываем. Тут у нас не коллекционка. Какой-то... какая-то бабочка, то ли улитка. Да, я посмотрю, говорит Ангелина. Да, я посмотрю. На, держи капсулу. На капсулу держи. Это какая-то бабочка на цветочке. Нет, это цветочек, да. Синий цветочек, желтая бабочка. Лепится наклейки на крылышки. Еще в коллекции есть три насекомых. Какая-то мошка, муравей и гусеница. Вот наклейки. Вот бабочка. Открываем бабочку. Смотри на ее глазки. Какая бабочка красивая. Да, бабочка. Класс. Вот, классная такая. Может, прикольно. Это пчелка? Нет, это бабочка. Это бабочка. Это... на цветочке. Ну, смотри, бабочек разноцветные крылышки. Сейчас папа наклеит. Если успеет. Так, раз. Раз. И все. Что мы там внутри наклеили? Ну вот, завернули наклейку. А, чтобы не спала. Да. Такая малюсенькая. Смотрите, что мы тут еще нашли. Открываешь цветочек, а тут такая печатка цветочком. Раз. Смотри, какой цветочек у тебя. Да. Цветочек, да? Вот такая печаточка. Так, открываем. О, ничего не стучит. Открываем следующее яйцо. Да. Это у тебя же тоже... одно есть уже. Ну, я все хочу. Ангелина же коллекцию собирает. Вы не знали? Коллекционер? Да. Все мы в детстве были коллекционеры киндеров. Да, я думаю, что у нее много было киндеров. Первое хобби – коллекционер киндеров. Да. Так. Все. Шоколад убрал. Открываем. И тут у нас какая-то штука интересная. Жаба? Не знаю. Это зеленая. Зеленая моль. Нет, это браслет? какой-то браслет, да, для мальчика. В виде драконов. Тут 4 браслета в виде драконов. Это часть браслета. Часть браслета, да. Вот дракон. Это папе. Папа нас дракон. Да. Так, нужно разобраться. Сложно все. Вот эту штуку сюда ложим. Вот эту штуку сюда. Ангелиночка, она невкусная. Подожди. Смотри, какой браслет. Дальше как? А дальше как-то вот так вот. Я просто не знаю. Ну, видно, зеленый или фиолетовый, и закрывать нужно. Да. Вот защелка есть. Угу. У меня просто рука большая. Ангелин, вот так. Дай я тебе попробую дракона одеть. Браслет дракона. Давай. Вот так. Ну, Ангелина потом оденет.
интересная игрушка, но для мальчиков. Да? Ну ничего. Здрасте. Ушла игрушка. Следующее яйцо с коллекции Маша и Медведь зеленого цвета с мишкой. А? Коллекционка нам еще не выпала. Ну ничего страшного. Да, да, да. Что же там, Ангелиночка, да? Да. И это не коллекционка. Ничего страшного. Переживем. Ух ты, машинка! Все для мальчиков. Не, ну первая бабочка для девочек была. Это Hot Wheels, представляете? Hot Wheels машинка. Ой. Да, машинка Hot Wheels, желтого цвета. Класс. Папе нравится. Ну, мне нравится, да. Состоит она из двух частей, делаем вот так. И вот машинка наша. Ангелиночка, смотри. Да, Ангелиночка. Первая машинка твоя. И в рот, да? А ты видела, как она ездит? Дай папа покажет. Смотри, Доти. Дай папа покажет, Ангелиночка. Смотри. Не жадничай. Смотри. Поехала машинка. Как шарик. Подумай, что мы тебя не кормим. Выкидывай это все. У нас еще осталось два яйца с сюрпризами. Сейчас мы откроем. Откроем первое. Я думаю, что здесь игрушки так себе будут. Так. А ну посмотри. Опять машинка. Опять машинка. Прям да. Все машинки у нас. Что тут у нас? Ну такая машинка зеленого цвета с дном красного цвета. Как-то вот так. Ангелиночка взяла кузов машинки. Угу. Попробовала? Вкусная? Папа колеса отрывает машине. Да, отрываю и быстренько их сюда цепляю. Потом мы отрежем вот эти штучки. Она, конечно, ездить не будет, это так, для красоты. Но как-то оно... Разноцветное, яркое. Да, разноцветное и яркое. Как-то оно должно быть вот так. Вот такая машинка у нас получается в итоге. Да, вот эти штучки мы отрежем, и все у нас будет красиво. Вот такой себе сюрпризик. Тебе нравится, Дать? Так. И открываем последнее яйцо. Да, открываем. Наконец-то открываем последнее яйцо. Какой-то смайлик. Черт. Какой-то смайлик, смотри. Очень детский киндер-сюрприз. Что это вообще? Это непонятно, какая-то штука. А может это... Обводка? Да, обводить и да, рисовать. Да, это обводка. Вот так вот ложить и обводить. Получается смайлик такой. Все, больше ничего нет. Да, больше ничего у нас нет. Мы открывали яйца с сюрпризами Kinder Surprise новые 2017 года. И нам выпали три игрушки неколлекционные. Вот машинка Hot Wheels. Тут какой-то череп еще черный, только что я увидел. Потом браслет для мальчиков. Да, такой классный. Еще классная игрушка. Вот эта бабочка. И вот таких вот две игрушечки. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока.